550 поинтов. 808, ну 900 поинтов, если округлить. У меня был челленджер, когда еще там было, по-моему, 50 человек. И тогда, насколько я помню, не было поинтов в челленджере, там просто было звание. За когда уже поинты были около, ну вот, наверное, пик я взял как раз в 20-м году, около 400 лка. А мой пик у Элла с лку все время 700 поинтов челленджер. Мне очень неудобно играть против Янкса в Солоку. Не знаю, мне не получается почему-то выиграть. А на сцене, скорее всего, из лесников это был Тайки. И, скорее всего, он у нас. А самый сложный оппонент в именно в про-карьере, то есть компетитив, это был, скорее всего, Левай на MSI, когда я играл против этого вьетнамца. А в Солоку это какой-нибудь Inspired... То есть какой-то джанглер из Лека, то есть они все, в принципе, примерно одного уровня, против них очень сложно играть. Ну, самое запоминающееся для меня было, против кого я играл, это был All Stars в Америке, когда я играл один на один против Мэдлайфа на зеркальный матчап на Люцанах. И, наверное, против него самый запоминающийся, в том числе, когда мы играли против сборной корейской на том же All Stars 5 на 5. Это самые яркие запоминающиеся для меня были. Самый сложный оппонент — Impact. Жить одному. Ну, во время сезона, то есть игрового сезона, жить на буткемпе скорее, потому что это помогает команде стать лучше. То есть, ну, легче что-то объяснить, донести, да. То есть, ну, какие-то такие бытовые вещи плюс по игре. Ну, то есть, жить на буткемпе во время сезона — это точно определенный плюс. На буткемпе. Жить на буткемпе. Арам. Арам. Я вообще не играю в ТФТ. Когда как по настроению? Арам. Йона. Йона намного сильнее, чем Пион. Я сотни. Йоня. 8. Вообще в последнее время я сплю плохо, то есть, типа, это по 6 часов, но стараюсь спать 8-9 часов минимум. 8. 9. 8 до 10. От 10 до 15. Зависит от настроения и настроя. 10. 15. Сериал «Пусть будут пацаны». Вообще не смотрю аниме, а по сериалу, ну, из последнего... Наверное, Майндхантер, что-то такое, да? Охотник за разумом. Игра престолов, 2,5 человека. Я не смотрю ни то, ни другое. Сходить в зал. 50 на 50. И сходить в зал, и потом поесть фастфуд. Биг. Сходить в зал, конечно. Сходить в зал.